Бросить своих детей способен не каждый. Однако статистика по разводам неутешительна, а детские дома переполнены. Двум мальчикам-близнецам, чей биологический отец, знаменитый актер Денис Матросов, повезло намного больше. От них отказался лишь отец, а вот мать, Людмила Татарова, приложила все усилия, чтобы они выросли достойными людьми. Как же так случилось, что любовь с первого взгляда чистая и бескорыстная превратилась в настоящие баталии, которые длятся больше 20 лет? Денис Матросов и Людмила Татарова познакомились в 90-х, начали встречаться, но брак не регистрировали. Матросов, как благородный мужчина, привел свою пассию в свою московскую квартиру, где на тот момент проживала мама молодого актера. Так как Люда долгое время жила в Севастополе, то первое, с чем встретила будущая свекровь свою невестку, это презрение и недоверие. Наверное, все москвичи очень боятся, что у них отберут их жалкие квадратные метры. Поэтому постоянные серьезные разговоры с сыном и упреки в адрес невестки накаляли обстановку в семье. А потом Люда неожиданно забеременела. На свет появились два розовощеких мальчика – Юрий и Владимир. После их рождения свекровь окончательно убедилась в корыстных целях Людмилы и закатила очередной скандал. Татарова не выдержала, забрала детей и уехала обратно в Севастополь. Матросов не стал останавливать свою гражданскую жену, а она даже в графу «отец» в свидетельствах о рождении его не вписала, а мальчикам дала свою фамилию. Спустя время Матросов одумался и попросил сделать тест ДНК, но это настолько унизило актрису, что она послала бывшего муженька так далеко, откуда не возвращаются. Она удачно вышла замуж за брата Никиты Джигурды, Сергея. Мальчишки взяли его отчество, а он заменил им настоящего отца. Родители постарались и дали детям лучшее образование, ведь они учились в школе предпринимательства, отслужили в армии и теперь успешно получают образование в ВГИКе, обучаясь на звукорежиссеров. А Матросов продолжил слоняться от одной женщины к другой, и в каждом браке у него появлялись дети. Сейчас горе-отец одинок и покинут собственными детьми, ведь Владимир и Юрий наотрез отказались с ним общаться. Все попытки со стороны актера наладить отношения заканчивались скандалом с бывшей супругой, и в конце концов он оставил эту затею. Благодаря беспокойной матушке актера он так и не построил крепкую семью, а ведь мог быть счастливым отцом и любимым мужем. А как вы думаете, действительно Матросов повел себя не по-мужски? Или слушать маму иногда полезно? Пишите ответы в комментариях.